Здравствуйте, друзья! В нашем доме, вы видите, всегда праздник, всегда весело. Но тут у нас сезон такой, знаете, вот елочка, пожалуйста. Некоторые празднуют Рождество, некоторые празднуют, как вот мы в СССР, там, Новый год. Некоторые празднуют все подряд, некоторые не пропустят повода выпить. Вот, а у нас тут в доме, ну, небольшие такие вот иллюминация такая, декорации. И американцы называют это holiday season. В holiday season включаются и Новый год, и Рождество, и Ханука. В общем, тут все гуляют. Короче, вот это в доме. А сейчас мы пойдем на улицу и добавим к этому. Многие из вас, друзья, помнят, что у нас есть соседи, у которых есть фруктовые деревья. Вот. За забором. И соседи как бы хорошие, вот фруктовые, фрукты растят у них вкусные. Все, что переваливается на нашу территорию, это как бы уже наше. И вот, видите, листья опали. Я снимал тут 3 недели назад, но за это время опали листья. И вы видите, что тут много этой самой хурмы. Единственное, что мы со Светланой теперь, как бы сказать, диетируем. И, в общем-то, я очень люблю хурму, кстати. Но так получается, что нам теперь не до хурмы. Ну вот, я сорвал то, до чего дотянуться мог снизу, не залезая никуда, и отнес позавчера на работу. Сотрудники что-то съели, что-то забрали с собой. Ну, в общем, можно сказать, такой подарок к этому вот holiday season. Сегодня пасмурно, вы видите. Несмотря на пасмурную погоду, цитрусовые, судя по другому нашему соседу, вот с этой стороны, чувствует себя прекрасно. Но и у нас тоже вот цветочки есть. Вот, пожалуйста. Растут цветочки. Немного пока. То ли к весне дело уже пошло, даже не знаю, что сказать. 24 декабря у вас на 11 часов, ну, по московскому времени, на 11 часов больше, соответственно, вы, наверное, уже там вот-вот-вот поднимите бокалы. А я как бы вам так вот для торжества, может, так под настроение. Ну-ка, соседей много, а у нас мало. Но вот зато наши нам дороги. Вот, пожалуйста, у нас есть раз лимончик. И вон там есть еще 2 лимончика. Вот, так что. А мы на диете. Вот такая житуха. Знаете, прохладненько. Вот так. Ну, это, может быть, и легко догадаться, поскольку солнышка нет. Вот. Но ничего, жить можно. Там мы от снега не укутываемся, там от мороза ни во что. Я показываю вам растения. Это, я, честно сказать, даже не знаю, что за растение, но очень симпатичное по-своему. Знаю, что зрители нам тут же подскажут. Вот. Ну вот и все. Значит, поздравляю вас с сезоном праздников, специфически Рождеством, кто отмечает. И мы не прощаемся, в смысле поздравления, мы еще Новый год будем с вами отмечать. В частности, когда будет трансляция 29 декабря, мы поговорим. Так вот, друзья, счастливо и с праздниками!